Короче говоря, это был веселый день. Я сидел дома и смотрел мультик про своего любимого мишку Валеру. Так, сыночка, смотри, у меня тут ребенок в животе. Радуйся. Я хотел продолжить смотреть этот мультик, но узнал о чем-то нечто странном. Ребенок в животе, то есть, да? Да, и тебе придется ему покупать игрушки за свои деньги. Эй, мой кошелек, эти в магазин за игрушками. Осталось 2 недели до лога. Этот момент меня очень сильно обрадовал. Я прям сейчас не хотел досматривать, и давайте я согласился. Вау! Ребенок скоро родится. Осталось 2 недели до лога. Вот, я согласен пойти покупать ему игрушки. Давай, Кани. Мама мне дала 10 евро, чтобы купить все игрушки для ее малыша. А если тебе понравилось это видео, то ставь лайк и подпишись на канал. Пока-пока!